В Дубае на станции метро ADCB находится знаменитый рынок Аль-Карама. Знатоки едут сюда за репликами мировых брендов. Gucci, Chanel и Prada, Dolce & Gabbana и Balenciaga. Суть в том, что вдоль улицы расположены неприметные магазинчики, в которых уже можно найти известные вам сумки или одежду. А вот если вы хотите продукт высокого качества, иногда даже неотличимого от оригинала, то вас поведут в подпольный шоурум, где, к сожалению, нельзя снимать, но можно найти модели из самых последних коллекций в десятки раз дешевле, чем в магазине. То есть на практике вы можете приобрести здесь качественную подделку за 1/10 часть от ее реальной стоимости. Например, если такая сумка стоит порядка $5000, здесь вы можете приобрести high quality за 500. Цена будет, конечно, зависеть от качества исполнения модели и вашего умения торговаться. Переходи скорее на канал, где я рассказываю много интересного о жизни в Дубае.